Доброе утро! Сегодня у нас 1 октября. Красота! Вот и дожили до октября. Моментом. Так быстренько. И мы в октябре. Сегодня у нас всего лишь плюс 12 с утра. Около 10 часов сейчас, половина 10-го. Яблочки у меня, посмотрите, сколько их. Ветер сильный, я вся такая растрепанная. Ветер очень сильный. Вот такие вот делишки. Приехала на дачу, как видите. Так что всем привет-привет. Большой привет. Посмотрим сегодня, чем я займусь. Всяких разных есть яблок. Есть и огромных, красивых, больших. Половину надо выбросить. Что-то увезу домой сушить. Будем сушить. Так что всем доброе утро еще раз на моей даче. Не знаю, чем я буду заниматься пока. Но, как знаете, на даче всегда найдется чем заняться. Цветут цветы. За забором березки красавицы стоят с перышками золотыми. Вот. Остались у меня георгины. Вот два куста. Здесь осталось прибрать, красоту навести, обрезать цветочки все. Здесь тоже остался один георгин. Остальное уже выкопала в пятницу. И два куста здесь. Даже не два, здесь один остался. Розочка цветет, красавица. О, как она долго, да? Еще остальные бутоны не распустились. Красота большая стала. А тут еще море яблок на этом яблоне, на этой. О, упасть они их не хотят. И не будут падать, конечно. Эти поздние. Усеет мне всю поляну. Розочка тоже еще цветет. Но уже отцветает. Все кашпо помыты. Осталось только вырвать цветы и убрать. Здесь тоже осталось убрать всего лишь ничего. Несколько цветочков. Вот. Теплицы. А в теплице у меня... Сейчас покажу, что. В теплице у меня помидоры. Вода, потому что воду отключат уже 2 числа. Сегодня 1. И георгины. Вот эти все георгины. Можно увезти домой. Они вымытые и высушены почти все. Цепляюсь где-то. Вот эти огурцы пообрывать надо все. Там еще в конце перцы растут. Мокр. Поливала я последний раз в пятницу. Приходила, когда пешком шла. И вот сейчас у меня сколько? Всего лишь 16 градусов. Ну, у меня вверх ногами здесь вот. Но я вижу 16. Не холодно, но и не тепло. Вот. Так что, не знаю.
висят уже, ну, дуб дубом. Такие помидоры твердые-притвердые. Не знаю. Ну, здесь помягче чуть-чуть. Им, наверное, холодно и замерзли уже. Примерзли от холода. Короче, вот это все я увезу. Все георгинчики. Может, не все. Не осилю я сегодня сумкой на колесиках. До автобуса дотяну. Они вроде как не тяжелые, потому что вымытые, без песка. Вот такие вот делишки. Соседей уже нет никого. Там через дом в следующем жили люди. Сейчас уехали до дому, до хаты. Старички там, дед с бабкой. Так что здесь вот скопать немножко. Порядок навести можно. В принципе, при желании найти что угодно можно. Там лунки на чеснок приготовлены уже. Короче. Будем смотреть, что мы тут будем делать. Красотулечки цветут. Такие вот симпатюшки. Вот, их тут много. Они весной замерзли сильно и очень долго отходили. Хотя цветут-то они поздней осенью. Если будут морозы, то и все будет им конец. Почему они так поздно цветут, я не понимаю. В конце, самом конце сентября начинают расцветать. Но вы видите, бутоны сплошные. На каждой ветке сплошные бутоны. Так что на даче мне ничего не изменилось. Все так, как есть. Трава покошена. Кое-что надо убрать еще. Подрезать. Ирисы побрезать надо. Зачем они высокие, их обрезать все, пересажены. О, еще. Какая мне предстоит сегодня работа. Мне посадить сегодня надо тюльпаны. Вот только не знаю, куда их посадить. Они же рано цветут. Я их не знаю, куда их воткнуть. Наверное, сюда воткну. Потому что там пионы, когда они вылезут, неизвестно. А тюльпаны раньше зацветут. Вот и придумайте, куда их воткнуть. Может быть, их туда посадить. Вот полоса. Вот эта вот полоса несаженная. Может, их туда посадить? Когда они отцветут, посадить другие цветы. Они же уйдут вниз. И все. Посеять, возможно, даже лучше будет. Добренькие. Сейчас решим что-нибудь. Вот. Эти, наверное, так не зацветут. Только эта красавица до сих пор цветет. Холодно, поэтому и цветет. По ночам-то холодно. Ну что, пошли работать?